Ну ж, ребята, всем привет, с вами Сэм, и мы с вами дальше проходим игру под названием GTA 5 или Grand Theft Auto 5. Кому как будет угодно. Ну что ж, ребята, у нас совершилась, так сказать, непоправимая херня, нас раздели просто догола. И я не знаю, что нам теперь нужно будет делать. У нас нету тачки, понимаю, так понимаю я. Я очень жалею то, что мы так вот с вами вкосячились. Нам нужно либо домой, либо тут можно как-нибудь забрать то, что... Может быть, у него есть какая-то чуйка, допустим, и мы можем это все дело забрать. Кстати, забыл напомнить, мы играем с вами за Тревора. Вот куда этих мы не могли поехать, а? Взяли, сука, полностью нас раздели. Полностью, забрали у нас тачку. У нас, наверное, я тоже не знаю, оружие-то у нас осталось хотя бы? Вот оружие, вот единственное, что у нас осталось реально. Так, кстати, мы ее прокачали. Сначала посмотрим на калашик. Смотрите, какой калаш, просто пофрейдовый такой. Встанем нормально. Для превьюшки, так сказать. Хотя я не буду по ней превьюшку делать. Конечно же, из этой фотки. И вот такую сделали. Но я думаю, с калашкой пока что будет получше бегать. Ну, в смысле, если нарвемся на кого-то. Я не знаю, что нам делать надо будет. Потому что я, на самом деле, такого поворота событий просто банально не ожидал. Как можно было вот такого вот мужика... Я думал, мы просто сейчас спасем кого-нибудь. А оказалось все наоборот. И если бы мы проехали, мы бы вполне бы с вами вот такого теперь дерьма не терпели. В одних труханах бегать по вот такой вот местности. Да еще и тачку забрали. Мы перед этим в нее бахали. Ну, где-то 1050 как минимум. Плюс еще... Хотя нет, 1050. Ну да, где-то так мы и вбахали в нее. Вгрохали, если можно так выразиться. Плюс еще и, конечно же, у нас осталось, слава богу, оружие, в которое мы... Кабан! Кабан! Кабана завалили, охота, ёптить! Итак, кабан, дай нам свою одежду, пожалуйста. Так, он как-то мандражирует эпично. Что происходит? Тревор, what the fuck? Ты очень хочешь его, что ли, да? Так, давайте сейчас... Его, кстати, можно поменять. Кавалерийский кинжал. На нах! На нах! Невыносимая жестокость! Невыносимо! Нормально. Пойдет. Так, ладно, выходи из... Ты его покромсал просто по-черному. Нам, Тревор, надо что-то делать с этим дерьмом. Как мы могли так вкосячиться? Я ума не приложу. Но я, на самом деле... Возможно, сейчас кто-то начнет писать агрессивные комментарии. Типа, ты чё, мать твою, нахрена ты остановился? Ты столько всего всерил. Ты столько всего всерил. Надеюсь, мы это все дело найдем, накажем тех... петухов, которые, по-моему, в нас выстрелили ничем иным, как... насколько мне показалось, это был электрошокер. Причем электрошокер так в башку прям вдарило прямо. Мне сначала показалось, что его вынесли со снайпы. Но потом оказалось, что это был просто электрошокер. Просто потому что... По-другому быть не может. Итак, мать твою... А, блин, у нас же этот... Ладно. Сейчас мы поменяем, чтобы потом это все было. Так, все нормально. Так, давайте мне машинку, пожалуйста. Оп! Бля, не успел. Кабана мы с вами завалили. О, так не нужно никого мочить. Есть машина, правда, она вообще просто гоночная. Знаете, чем-то напоминает жука. Это, наверное, он и есть. Volkswagen жук. Ой, ревит так же. Ревет, ревет. И, кстати, Тревор сказал, что у него очень знакомое чувство. Он еще такой проснулся, как будто он бухой. Я знаю то, что он много так часто будет просыпаться, на самом деле. Как будто он с такой с попойки очень долгой. Опачки! Мы, кстати, сейчас едем на задание. Вроде как там у нас есть нечто вроде задания. Так, сейчас проедем. Так. Ну вот мы вроде как приехали. Что, мать твою, произошло? Нам бы сохраниться, кстати. What the fuck? Чё ты там орёшь? Босс мы, кстати. What's going on, Ron? They were here for you. Here for you. Who was here? Them bikers. After you killed Johnny K. And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This.
This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic, midlife crisis, hog-riding, shaven-headed, fruity leather, chapped-wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor, they are. They're chapped-wearing assholes. Wait, you little shit. Whoa. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45, find him. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you, Wayne. Now smile. Yeah, uh-huh. Right? That's better. Run along. Now, Ron. Просто кошмарит всех и вся. Cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek, huh? The fucking cheek of it. Охренительная наглость, именно так он назвал. Кстати, вот этого здесь не было. Так, сядем на розовый. На розовый? Квадроцикл? В труханах-то. Нам этих гондонов надо явно найти. Прям нужно, прямо обязаны мы это найти. Потому что я так понимаю... Вау, простите, как? Вау, стоп. Имена они, походу, нас как раз таки и забрали это все. Нахрена мне в Лос-Сантос Кастомс? Посмотреть бронежилеты. How you feel about brand synergy, huh? TP Industries, ammunition. Good, because you're about to make a corporate gift of a rifle, a high-powered scope, and a suppressor. A take. That sniper on your wall looks like it'll do the job. That's the chestnut. You got a scope and a suppressor for this? Аза-за, хочу вот такую полицейскую расцветку. Охренеть, ребят. Возьмите глушитель и улучшенный прицел для снайпы. Ладно. А, улучшенный прицел у нас стоит, вот он. И глушак. Так, ну вроде как мы все взяли. Давай выходим. Садись в квадроцикл. Ладненько. Раз нам нужно, мы сядем, конечно же. Давай-ка мы ее посмотрим сначала. Эту новую снайперку. Так, где они у нас, в каком слоте? Вот они, походу. Вот она, снайперская. Давай посмотрим. Так, вот здесь можно, да, можно зумить, причем. Охренеть можно. Ой, мы с вами займемся этим, просто по черноте душевной будем маяться этой хренью. А мне это реально доставляет. Да, направляйтесь к Рону. А, вот я за ним как раз повернул, да, а он, оказывается, все-таки от нас смылся. Ехать 500 метров? Бля, да что такое? Of course there are! Two planes are touching down at the field on a weapons run! We're gonna wait till the right time and appropriate them! We are? Yes, we are! I'm waiting at the water tower, boss! Так. Я так понимаю, у нас начинается очередная анонистическая серия. Знаете почему? Просто потому что, бля, твари! Ладно, подождем еще. Так, мы проехали... А, мы его легко сломать смогли. Я-то и не думал, что он его так сможет лихо сломать. Бля. Ладно, хрен с ним, Тревор, вставай. Вставай, ты сможешь. Да, давай, залазь. Поехали. Бля, да что ж такое, на самом деле управляется он вот такой резкий, поворотливый просто. Едем, все нормально. Вон, я вижу Рона. Опа! Какой нафиг товар? Ты о чем? We gotta wait till you can slip in there unnoticed. Should give you the time to plan a route to the gas tank you're rigging up to blow. Really? Вот так я понимаю, отсюда мы и будем с вами. Ай, проходить эту миссию. Ночью, да вы чё? Enough waiting. This
is your moment, Ronald. Мне их сначала найти надо. Чтобы посмотреть прицел, используйте L2, изменяйте масштаб. Right, Trevor. Right, right. Got it. Now, relax. Так. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Trevor? You see me? Винтовки на Рона. Сейчас я его не вижу. Сейчас, погоди. Погоди. Мы вот так тут отдалим. Так, куда он уехал-то? Понял, понял, понял. Сейчас. Вот вроде как он где-то здесь должен быть. Вон, вижу, вижу. Вижу чувака. Так, пошел. Блин, здесь еще... Вот на самом деле сейчас будет просто молчаливая серия практически. Мне очень нужно сконцентрироваться, если вы хотите, чтобы я это все прошел без фейлов. Поэтому пусть он идет пока что. Мы следим. На самом деле будет лютый анонизм, потому что я не умею с этого стрелять. Вышка. Уничтожьте байкера. Сейчас все будет. Я, правда, мне его сначала еще увидеть надо. Вижу. Вижу, вижу, вижу. Давай, ну наводись. На самом деле... Все готово. Как вы видите, это все очень сложно, не дается. Снимайте фонари вокруг вышки. Воу-воу, сейчас. Сейчас, сука, давай. Наводись, кусок говна. Сука, я не могу попасть. Так, ладно, хрен с ним. Походу, по... Бля. Извините, ребятки. Понятное дело, я вам говорил, что мне это очень трудно дается с этим джойстиком. Так, ладно. Попробуем еще раз. ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Over by the road. Бля. Да я вижу тебя, вижу. Все нормально. Пошел, пошел, пошел. Так, давайте сразу подготовимся. И вынесем того чела. Давай, давай, давай. Вот в натуре, ну бля, ну просто издевательство. Так. Так. Едет что-то. Сука. There's one. It's coming! Quick! Quick! And there's the other. You got him! Now don't shoot the guy in the van until he stops and gets out. Пока фургон не остановится. Я на самом деле этого водилу даже не вижу. Так, тело они не видели. Пусть едет. Что он задумал? Что он задумал? Не вижу его. По-моему, он звонит убитому. Понял, понял, понял. If the man wants to pay his respects, I ain't one to cut that short. Гандона, right. Вот так, вроде вынесли. Видел бы ты его рожу. Где? Где он выходит? Я не... А, вон, вижу. Вижу. So long, sailor. Oh, no! Bottom of the tower. Another guy's on his way. He's down there, amongst the bodies. Нормально, вынес. Нормально.
вынес походу. Down he goes. Охренеть, чисто чутьё моё. I got you in my sight, so get a move on and plant that bomb on the gas tank. I'm on it, but there's a guy coming out of that building, I think. I can hear him. Из какого здания? Вон вижу. Вау, стоп, не шугайся. Someone's coming out the far door, man. Кто выходит? Вот так, готовчик. Нормально пойдет. Все, крепи и сваливай оттуда к чертям. Байкер. Идет кто-то. Вот я не вижу его. Бля. Не вижу его. Нормально пойдет. Черт, вертуха. Вон он, да, походу. If I hit the chopper, everyone's gonna know we're here. Try and hit the pilot when he's settled. They might think he crashed. Might they? Как я это должен сделать? Уничтожьте пилота. О, есть контакт. С первого раза, ребята. Охренеть. Да я не знал. Я в натуре. Это чисто везение. Вот реальное везение. Помогите Рону зачистить вертолетную полосу. Оп! Чё? Да ладно, всё. А, чё так мало патронов-то? Нормально. Так. Готово. Так, не видел. Самолёт в том ангаре. Вижу чела. Так, патронов как-то совсем мало. Куда они все делись-то? Внутри куда-то делись патроны. Мы, походу, их выкинули для того, чтобы носить. Или я не знаю, или у меня уже просто, на самом деле, кончаются теории эти все. Так, фонарик нам очень помогает в этом деле. Бля. Так, твари. Глазьте по одному. Так, ща мы его... Твою мать. Гандонин, а. Походу, придется включать чуйку. Нормально, пока что пойдет, красавчик. Так, ладно, походу придется переключиться на дробовик. Он, так сказать, в ограниченном... Бля, не вижу. Вау! В местах там, где ограничено это все дело. Бля, я не достану. Сука, давай. У него наводись. Вот так, ты, мать твою. Кстати, у нас же есть гранаты, хрена ли я туплю-то. Вот так, мать твою. Так, сейчас еще. Так, отгрохаем. Твою мать. Чуйка. Так, теперь вот здесь тут включаю. И вот этого чела. Вот как раз таки. Всю чуйку потратили очень вовремя. Так, у нас либо гранат там в руке, нет, похоже. Воу! Ах ты, нет, это не все. Блин, нельзя жалко кинуть гранаты. Let's see what those explosives can do.
твари, мать. Взорвите снаряды. Блять, я это увидел, а. Осторожно справа. Нормально, патронов вроде как неограниченное количество. Так, валят, валят, пацаны. Ну, вали ты. Давай, давай, давай. Твою мать. А, тихо! Он же сейчас нас загандонит. Так, ладно, залазь. А, нет, мы не так будем делать. На другом, смотрите-ка. Р2, чтобы набрать скорость, ладно? Сдерживается, чтобы взлететь. Вот, сзади. Воу, воу, воу. Так, там один, значит, ползет. Держится как может. А, твою мать, почему? Давай, взлетели! Охренеть. Охренеть, мы летаем в этой игре. Что выбрать сейчас? Who might this buyer be? There's only two places this kind of hardware is gonna go. And they are? Up north to our Canadian cousins, where the lost were likely to be sending them. Or? Our other neighbors, those in the south, our Mexican brethren. I'd assume. Option like that. Эвермедиа, гребаная Эвермедиа, троллируют меня просто по-черному. Because of where you used to operate. Weren't you pulling scores in North Yankton and running cargo over the border? Oh. Yeah. Wow, wow. Yeah, sure I was. Тихо, 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 тихо. Я лучше нормально по-легкому развернусь, так сказать. По-простому. Чтобы выжить, главное. Ой, кайф. Знаете, какой кайф реально летать? Это уже какой-то начинается... Нет, вот так. Это уже начинается какой-то Вард Хандер, натуральный. Вернитесь к Рону. Я вон он я. Я его не вижу сам по себе. Где он есть-то? Следуйте за самолетом. Я и следую. Да, вон я его вижу. That's him. Let's do it. Кто? О, тихо. Мы еще не сажаемся. Мы еще лететь. Так, на самом деле, как-то неудобно. Давай, подальше. Тихо. Только не топиться. Если утопимся, то все. Летите на минимальной высоте, чтобы военные нас не обнаружили. Ой, я знаю, что это дебилизм. На минимальной высоте. Ладно, попробуем. Бросьте груз с катерами. Successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. Обгоните по пути Рона по пути к звездной полосе. Вряд ли мы это сделаем, знаете почему? Просто потому что мы не умеем. Мы надеемся. Точнее, мы не умеем просто. Я надеюсь, что мы вообще хотя бы доживем до этого момента. А, так вон она отмечена. Долетим, наверное, сейчас быстрее. А, он сверху. А, нет, это не он, смотри, каргобоб летит. Mexico. Yep. Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. If there's a market, this could be a way to expand the business. Like I hadn't thought of that. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron.
I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? Because I've got those lawyer fees for the divorce and my settlement costs. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? All right, T. T. T, Trevor. Треф, как он только нас уже не называл, на самом деле, наверное, самый близкий, с кем мы сейчас общаемся, конечно же, не считая Брэда. С Брэдом мы виделись гораздо реже сейчас наверняка. Ему уже запрещают, походу, свидания эти все, которые, наверное, ему так нужны. Хотя он, наверное, сейчас зэком. Я, на самом деле, реально думал, что он был. Так, где она? Вон, вижу. Мягко посадить. Но это вы не к тому обратились. Мягко посадить это уже как выйдет. Так. Так, по-моему, вот это она есть, да? Я выпустил их, нет? Воу, не то, не то, стой! L1 это вот это. Вот они. Загоните самолет в ангар. А, то есть я ее посадил, и скрипт сработал, как будто мы с вами ее посадили. На самом деле... Воу! Гребаный петушок! Это было по-черному просто. Ладно, это было эпично. Согласитесь, это было эпично. Просто по черноте душевной. Так... Да нет. Ладно, давайте это пропустим. Я нажму на паузу. Попытка номер два, ёпта. Давайте сейчас зайдем, надеюсь, на посадку уже получше. Давайте выпустим шасси, наверное. Я тогда нажал просто на... Оп, 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 мать твою. Тихо, тихо, тихо. А, не-не-не-не-не-не-не-не. Да. Походу нам придется опять на второй круг лететь. Но я реально закосячил, да, сейчас это признаю. Бля, нет, нет, сносит ветром. Вай-вай-вай-вай, авиаторы нахрен начинаются. Ил-2 какой-то штурмовик уже попер. А. Разъебемся, точно. А, нет, смотрите-ка. Живые. Давайте сейчас сделаем повторный круг, знаете, как это обычно бывает. А я на самом деле всегда не понимал. В детстве я всегда не понимал. Как же, зачем они делают второй круг, когда можно сделать вот примерно вот так вот и развернуться? Ну, как видели, сейчас мне просто не хватило пространства для того, чтобы сделать довольно-таки легкий маневр. Так, вот куда мне? Бля, никуда чуть-чуть. Вот, а, он посадил там, вот говна кусок. Ладно. Сейчас на паузу. Сделав мертвую петлю, я все-таки решил посадить самолет. На самом деле, реально, получилась мертвая петля. Я опять, походу, не посажу самолет. Твою мать! Что за издевательство? Ну вот примерно так я сделал, но сейчас я его разобью, к сожалению. Сейчас опять на паузу. Ну что, рискнем еще раз? Ой, блин. Так, выпускаем шасси сразу. Спускаемся пониже чуть-чуть. Главное сейчас не разбить самолет. Так. Так. Летим, 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 летим. Опа! А теперь тормозим. Наконец-то, а? Так, стоп, 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 стоп. Ехать назад можем. Поворачиваем. Он что-то первый раз почему-то не повернул. Ну давай, ну поворачивай чуть-чуть. Ладно, хрен с тобой. Провозимся с тобой, я так понимаю, недолго. Давай, 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 разворачивай, разворачивай эту махину. Так, сейчас, по-моему, там еще до сих пор летит. Это издевательство лютейшее, просто лютое. Хотя на самом деле, да, зачем? Как тут повернуть? По-другому-то и никак. Вау, только не говори, что ты сейчас чуть меня не уничтожил. Так, чувак, ехай, пожалуйста.
бля. Дерьмо кусок. Браво! I think that was adequate restitution for my impotent rage statue. That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might? Yeah, I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now. Because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns. Trevor Phillips Industries. Technical expertise, managerial innovations, unstoppable. Oh, that's right. Now go. I need to meditate or masturbate or both. Ну что ж, мы прошли с вами миссию. Надеюсь, мы с вами на этом прощаемся. Всего хорошего, ребята, и пока-пока.